Макдак. Так. Доброе утро, добро пожаловать. Доброе утро. Big breakfast roll. Big breakfast roll. И chicken fresh McMuffin. Chicken fresh McMuffin. Че? Big breakfast roll будет, а этот, короче, макзавтрак все кончился, прям только что когда подъехали. А, тогда big tasty, не надо, тогда этот, big breakfast roll. Тогда big breakfast roll не надо, big tasty вместо него. Big tasty. И маленькую картошку. Да. Вместо breakfast roll big tasty. И маленькую картошку. Big breakfast roll уже будет, вам он не нужен? Нет. Хорошо. И маленькую картошку. Маленькую картошку. Так. И... Возьмите кофе, пожалуйста. Еще один. Хорошо. Какой? А какой-нибудь там. Латте? 57 рублей. Латте? Не, не латте, черный просто. Черный кофе? А то они по тем пути безопасности. Так, еще один Big Tasty. Все. А, стоп. И мороженое в прозрачном стаканчике. Шоколадная карамель, клубничная. Шоколад, мороженое, карамель, мороженое, клубника. Можно так сделать? Шоколад, мороженое, карамель. И клубника. Да, хорошо, можно. Отлично. Ваш заказ на экране правильный? Правильный. Отлично. Денег нет, правда. Блин. Что делать? Сказал мужику, нет? Кофе там сказали, да? Что там? 466. Сколько? Короче, я не знаю, вот сколько там. Посмотри, сколько оно стоит. Сколько там видишь, да? 64. Да не сколько, спасибо, и так. Да ладно, ну вот, что-то. Спасибо, заказ, что там. Дебил, не так сделал. Я понял, что он не так сделал. Блин, а нельзя, чтобы просто отдельно было никак? Я понял. Нельзя отдельно никак сделать, просто шоколада, чуть-чуть мороженое, карамель, чуть-чуть мороженое и клубнику. Просто они в перемешку уже. Ну как мы так сделали? Мне делали уже так здесь, два раза уже делали. Не пойму, как уже... хотите. Ну просто мороженое поменьше делать, тогда нормально все как бы ляжет. Хорошо? Ну просто перемешку просто как даже не прикольно есть. Короче, поменять мне его надо. В общем... Карамели... Просто мороженое поменьше сделайте, и тогда оно нормально будет. Слой отдельно от каждого. То есть самое, только меньше мороженое. Да, да. Больше карамели, клубники и шоколада. Ну, ты не понял опять. Ну, сейчас делать мне до хера всего, допов. Мороженое чуть-чуть сделаю. Ему придется делать, потому что стаканчик будет вообще полстаканчика допов. Да? Конечно. Полстаканчика. А нужно, чтобы мороженое целый стаканчик. Вот. Пальцем ханы. Только мороженое. Да, блин, ты меня не понял. Да, блин, вот Макс, карамель, чуть-чуть вот мороженое, потом опять слой этой допа. Ладно, короче, делай как хочешь. Павел, что такие тугие чуть-чуть? М? На пальцах же объясняй. Ну все расходные материалы тоже не считаются. Правильно, все списывается совсем. В целом. Летит.
Спасибо большое. Угу, спасибо. За третий раз переделал. Это пипец.